пока только свинушки встречаются. Смотрите, молодые, жирные, но опасные грибочки. Но, в принципе, это уже показатель. Обнадеживающие. Они влажные. Земля, смотрю, влажная. Ну, листва сверху, конечно, сухая. Но даже это уже радует. Здравствуйте, друзья! Прошелся слух, что по Ульяновской области начались масляты и подберезовики пошли. Я на поиске, вы вместе со мной посмотрим, слух это реальность или вымысел. Ну что, вперед на прогулочку за грибами. Ребята, смотрите. Ну, все-таки пошли наши грибочки. Первый подберезовик 19-го года. Такой бочоночек хорошенький. Даже взрезать не буду, смотреть, с червями он или нет. Потому что он первенький, пусть лежит. Кайф. Ну все, свинушки поперли, подберезовик есть, значит, пора рысачить по лесам. А это... А это, по-моему, масляты. Ну, надо же, прямо около дорожки. А я их там еще. И главное, такие уже крупненькие, сухие. Мало дождя грибочкам. А, червивые. И червивые. Вот они, первые черви. Все голодали. Нет, не наблюдается подберезовиков. Одни свинушки так и растут. Но зато очень-очень много. Вот все-таки странный гриб свинушка. Черви его не едят и растут вот абсолютно в любую погоду. Жара, не жара, дожди, не дожди, всегда будут. Видимо, поэтому... Некоторые их любят собирать, потому что они всегда есть. Сухо, очень сухо в лесу. Так что мой один подберезовик совсем не показатель. Что пора бежать в лес. Еще бы дождиков. Листва хрустит. Свинушки лезут. Больше ничего нет. Поплавков нет. Смотрите, на весь лес один подберезовик. И причем зацените размеры. Вырос за какое время успел. И больше всего нет других. Ни маленьких, никаких. О, гриб-разведчик. Да.
Так, а впереди, думала, опять свинушка. Нет, смотрите, подберезовик. Один. Он какой. И вот второй. Ну, надо же. Главное, размеров каких. То есть уже не молоденькие. Но все же есть. И ничего такой. Ну-ка, давайте под шляпку ему заглянем все-таки. Крепкий. И смотрите, чистый. Без единого червя. В принципе, я сейчас даже вот шарохаюсь по лесу. Комаров нет. И личинки никто не откладывает. Так, а второй какой? Главное, большие уже такие, а маленьких нету. Вот и второй. Жизнь его как загнула. А какие? Ну, они влажные такие, хорошенькие вроде бы. Чистенькие. Но мало. Смотрите, какое гнездышко нашла. И ведь прямо на земле. Ладно, видно, что птичка вспоркнула. То есть по птичке я его заметила. А так вот разве найдешь, ногой наступишь. Просто в траве. Обалдеть. Экстремально птички селятся. Еще один. Малыш. Ну, один. Вообще, я сейчас очень много прошла. Ну, вот те, что вы видели, большие. Парочка маленьких на большой объем леса. Поэтому нельзя сказать, что грибы пошли. Массовости нет. Так, походить, пособирать, поискать для развлечения можно. Но не массовый выезд. Ну еще посмотрим, обнадеживает же. Смотрите, сейчас курица тетерева слетела с яиц. Ой, ну надо же, тоже как опасно лежат. Но здесь хотя бы не раздавишь. Деревья есть. Тоже так забавно, сидит до последнего. Ну все, птички на гнездах. Скоро потомство будет. Ребята, смотрите, на одной полянке я нашла все-таки маленькие подберезовички. Сейчас еще вот эти вытащу. Ух ты, как глубоко сидят. Ой, какая красота. Прям буквально из интимной жизни грибов. Сейчас еще покажу. А, вот этого я еще не заметила. Посмотрите, вот этот уже даже растрескался шляпкой. Сухо, потому что солнце жарит их. Ух ты, тоже нога какая хорошая. И сейчас покажу малыша. Смотрите, прелесть какая. И даже это еще не все. Вот стоит. Уже тоже шляпка потрескалась от жары. Но, по крайней мере, крепкие и не червивые. Вот это радует. Ох. О! Смотрите. Ух ты. Ну, это же такой крупненький. А я его не заметила. Обалдеть, какой гриб.
сочненький стоит. Жирненький. Прям песня. Так, значит, надо здесь покрутить. И вон под деревом тоже стоит гриб. Ну-ка. Сейчас. А их несколько. Смотрите. Вот это уже только поговорила с вами о массовости. И вот, пожалуйста. Так что пошли под березочки. Ой, там он, видите, большой в листве спрятался. Ура! Вот это классно. Вот это уже сезон грибной, подберезовый. Знаете, какая красота. Ох, он еще стоит. Супер. Так что, по идее, побродить уже можно даже на жарешку набрать. Опа, еще один. Ай, как к нему протиснуться. О, ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, какой. Вот прям свежаковый. Классный. Но здесь еще дожди должны быть. Что-то нам напрогнозили. Может быть, и пойдут хорошо грибочки. Да должны быть, куда они от нас денутся, правильно? Красавец. Любовалась бы и любовалась. Плотненький. Что там? Ух ты! Ну надо же! Маслятки притаились. Ну вот маслята... Ой, какие сухие! И фу, все червивые. Да. Эх! Ну это очень сухо. Даже вон... Нет, маленький, хорошенький. Ну куда его одного девать-то? Сухие. Ой, мрёшь. Да, дождичка, всем хочется. Но есть же. Ну нет, сейчас по сосенкам прогулялись, нет. Это вот небольшая такая кучечка была. Вот на лесной дорожке уже заросшей. Ну вот и все. Закончила я свою разведку. Показательно могу сказать. Сейчас я их обработаю. Ой, ножка одна осталась. И вам покажу. Мало, но на жарешку пойдет. По идее, ходила я... Ну, сколько? Ну, немного. Не углублялась в лес. Так, пробежалась в целях разведки. Посмотреть, есть ли эти грибочки. Есть, ребята. Подберезовики все-таки есть. Вот они. Так что пора в лесочки, на прогулочки и за вкусными грибочками. Ну, классно же. Какие. Так что грибы пошли. До новых встреч, до новых фильмов. Я думаю, встреча будет не за горами. Подождем еще, ну сколько можно подождать? Пару денечков, если дождики пройдут. И снова в лес за грибами. Пока-пока. Ну, вот такой вот уловчик получился. А вот теперь точно пока-пока.